Я вам хочу рассказать о елке, главной елке нашей страны. Главная елка Украины установлена на Софийской площади. Зажгли огни на елке в день Святого Николая, 19 декабря, цветами северного сияния. Весь комплекс с фудкортами, ярмарками назвали страной северного сияния. Елка – это настоящее дерево. Высота елки более 27 метров. Это настоящее чудо, украшенное 3500 игрушек-кристаллов, которые переливаются в цветах северного сияния. Гирлянда, которые украсили елку, уникальна. Вначале елка светится хрустально-белыми огнями. А на новый 2019 год елка сменит свой наряд и будет выглядеть по-новому. Посмотрим, как она будет выглядеть интересно после встречи Нового года. Внизу елки разместили 50-метровый интерактивный экран, который также, как елка, сияет. Все это сияние создает эффект северного сияния. Все это так красиво. Смотрите, любуйтесь елкой. Ну и мы будем любоваться лесной красавицей, любоваться и восторгаться северным сиянием. И будем смотреть, как в течение новогодних и рождественских праздников елка будет менять свой внешний вид. Вот такая у нас елка. Я вас приглашаю на площади посмотреть и полюбоваться своими елками, установленными в вашем городе, в вашем поселке, у вас на площадях. С наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья и много-много всего интересного.